В Москве 10 утра. Радио 13. www.radio13.ru. Жизнь прекрасна и удивительна. Утро со звуком. Не проспи. Главное – это утро. А утро продолжается, продолжается. Друзья, продолжается. Да, утреннее шоу «Утро со звуком» в эфире прямо сейчас на Радио 13. У нас в гостях сегодня Лера Туманова. Приветик еще раз, Лера. Слушай, я вот только сейчас поняла, я же родилась 13 числа. И Радио 13. Мистика. Так, 13 чего? Давай, колись. Апреля. А, то есть это уже вот. Это уже скоро. Вот. Ага. Друзья, гулянка скоро будет. Мы же будем ведущие на мероприятии, займи. Еще работа. Друзья, что у нас? У нас в ближайший час вас ожидают еще пара песен от Леры Тумановой, одна из которых будет исполнена вживую. Это вживую. Да, просто будет кто? Натуральный лайф. Так, кто это? Кто будет петь? Я хочу спросить. Сейчас спою. Вот. И также в ближайший час вас ожидают киновести. Киновести. Будут еще, несмотря на то, что нет царя, будут царевности. Нет. Степовности. Степовности. Это что такое? От слова степ. Да, это слово степ. Понял, все понял, а ты не понял. Алекс степ. Алекс степ не понял. Алекс степ поделится царевностями. Собственно, царь велела ему передать эту сию ношу на сегодня. Ну, раз царь велел. Вот, так что да. Ай, не говорите, кто не слышал. Друзья, ну и также живое общение продолжается у нас в видеочате на сайте yatv.ru. И, кстати, тут один наш слушатель пишет, мне очень понравилось. Если в пустыне вам перешла дорогу баба с пустыми ведрами, не тупите, идите за ней. Очень круто, молодец. Мафаня вообще просто молодец. Такие шутки надо присылать. Качественные, хорошие, такие добрые, утренние. Так, ну, помимо видеочата, 926-313-0013. Найдутся желающие позвонить. Мой активизировался, все пишут меня, приветствуют. Твой? Мой. Друзья, вы можете и нам, и нам в Твиттер тоже можете твитнуть. twitter.com/radio13_ru. И я не могу не прочитать это. Наша слушательница Камелиандра. Так, какой, да? Камелиандра, да. Ник какой. Да. Пишет. Мне у Костика шарфик нравится. Такой классный. И улыбка. Да он и сам суперский. Ну кто прочитает, если не я, скажите? Да. Вот кто это? У него еще такие рыжие. Вот ты в розовом. Вышел он отсюда. Нет, я знаю. Это где-то вот маленькая штучка такая лежит. А, вот еще одна. Так. У него еще очки рыжие. Нет, еще одна штука где-то. Часы, часы. У тебя же часы, посмотри, какие классные. Часы, да, часы тоже. А оранжевые. Весь одет. Друзья. В цвет. 812-309-0589. Заветный номер телефона для прямого эфира, если вы находитесь в Санкт-Петербурге. 309-0589, да, Санкт-Петербург. Да. 926-313-0013. Это Москва. Да. Ну, либо для всего мира, пожалуйста, плюс 7, международный код. Да. Играйте. А еще вы можете нам написать что-нибудь в ICQ или в Skype. А номер ICQ 413-1375 и Skype radio13.ru. И видеочат, друзья, пишите, пожалуйста. Я тут все читаю, все озвучиваю. yatv.ru/radio13. Ждем вас там. Собственно, доброе утро. Дорога в утро дальше открыта. Мы да, продолжаем наслаждаться. Давайте спросим у Леры, как ей сегодняшнее утро вообще? Да мне круто, смотри, Саша пишет, который мы сейчас будили. Такого утра у меня еще не было. Утро с радио, которое будет. Вау, спасибо за такой подарок. И всегда приятно, что я, Лерочка Туманова, в курсе дел. Ну, в курсе, конечно. Вот, мы всегда в курсе всего. Радио 13 обожает эксклюзивчик. Тем более такой, когда менять женихов можно. И все согласны. Это наша тема. В общем, друзья, через несколько минуточек начнем, наверное, с киновестей. Хорошо, ладно, как скажете. Поехали. Остерегайтесь подделок. Настоящее утро. Утро со звуком. Только на Радио 13.